Я рад всех приветствовать на канале, друзья. Сегодня мы смотрим Мстители Марвел. На PlayStation 4 стала доступна открытая бетка. Игра сама выходит на следующие консоли: ПК, PlayStation 4, естественно, и Xbox One. Релиз состоится 4 сентября, то есть уже достаточно скоро. И включил я первый раз игрушку, сразу только бетка загрузилась, и решил ее, соответственно, посмотреть. Спрашивали у меня на канале, будем ли мы смотреть игру. Что стоит отметить? Есть русский язык, ну хотя бы субтитры мы видим, точнее русский перевод. Я не знаю, будут ли они говорить на русском языке вообще, но я был уверен, что игра должна быть английской, и первое, что меня приятно удивило, это, естественно, наличие русского языка. Что у нас тут? У нас тут сразу новости, приключения начинаются. Добро пожаловать в бета-версию Мстители Марвел, готовьтесь к общему сбору. Так, спасибо вам за Fortnite. Кстати, я как только начал, записывать Марвел Мстители, получается, появилась загрузка Fortnite. Я еще такой говорю, блин, ну как, не совсем ты вовремя. Что у нас тут пишут по Fortnite? Особая награда. Пройдите бета-версию Мстителей, в том числе все три испытания в команде вперед, и получите эксклюзивную награду. Чтобы получить кросс-игровую награду, посетите сайт membership squareenix.com и привяжите учетную запись в сервисе Square Enix Members к учетной записи Epic. Окей, но это немножко мы, наверное, позже сделаем. В общем, добро пожаловать в бета-версию Мстители Марвел, готовьтесь к общему сбору. Спасибо, что приняли участие в тестировании. В качестве благодарности вы получите именную эмблему общего сбора, когда войдете в игру после релиза. В целях тестирования мы начислили вам 3450 кредитов, на которые можно приобрести товары в магазине и карточки испытаний. Эти средства будут доступны только в период тестирования. Они предназначены для того, чтобы игроки смогли подобрать для своих персонажей уникальный образ, выбирая из широкого ассортимента косметических товаров. Обратите внимание, в бета-версии нельзя совершить транзакции с использованием реальных денег. Предметы, приобретенные в бета-версии, не будут перенесены в полную версию игры. Желаем приятно повеселиться, оформите предзаказ, и вы получите эксклюзивные предметы PlayAvengers.com. Тут нас на сайт отправляют вот такие вот новости. Что у нас? Мне нравится, что внизу написано Джарвис. Тоже прикольно, они его не забыли. Здесь, я думаю, возможно, его реплики будут нас сопровождать во время игры. Здесь есть у нас магазин, друзья. Если вы вдруг не в курсе, то игра, помимо основного сюжета, она, ну, то есть тут будет и одиночная кампания, но она очень сильно завязана на мультиплеере. То есть здесь на совместных прохождениях, соответственно, на покупках различных скинов. Видите, тут шапочки, допустим, вот, пожалуйста, не знаю, тут что будет у нас для железного человека. Легендарный костюм 1400. 3400 нам начислили. Плохо, что, конечно, нельзя то, что мы приобретаем в бетке, перенести в полную версию игры, но зато мы можем, в общем-то, пощупать, посмотреть, что к чему. Что это такое? Понюхать жест. Понюхать подмыху, похоже. Легендарный жест. Стоимость 1000. А это вот что такое? Вот это вот мне нравится. Необычная именная эмблема. Предмет внешнего вида. Примените его, чтобы подчеркнуть индивидуальность и достижение героя. Понятно, тут у нас есть еще и страница, друзья, как оказалось. У нас есть список героев, и, по всей видимости, тут будет о них описание. А, я понял, это отдельно в этом магазине. Мы можем к тому или иному герою приобрести различные предметы. То есть, как опять же, шапочки, видите, шапочки к Мисс Марвел. А что у нас, допустим, если Халк? Халка можно сделать вот такого. Не зеленого, а какого-то серого, болотного цвета, не знаю. Не знаю, такое мне не очень. Мне нравится его обычное состояние. То есть вот это вот зеленое. 900 предмет внешнего вида. Но мы не глянули еще, как выглядит, в общем-то, Халк изначально. Поэтому, мне кажется, немножко рано менять предметы. Давайте просто так вот всех просмотрим. Железный человек. Но вот за 1400, на мой взгляд, не такой прикольный костюм. Не такой прикольный костюм, как, допустим, за те же 900. Тут он такой более как-то какой-то классический. Он сияющий легендарный костюм, правда, написано предмет внешнего вида. Примените его, чтобы изменить облик героя. Вот так. А тот, который мне нравится, вот я говорю, за 900.
Ай, да что ж приобрести, погодите. А нет, чуть-чуть я не приобрел. Нужно удерживать крестик, это мне повезло. Вот этот, допустим, необычный, Хрома Люкс. Эпический костюм, предмет внешнего вида, примените его, чтобы изменить облик героя. То же самое, да, то есть у нас тут подсказка такая текстовая идет. В общем-то, понятно. Есть у нас, опять же, эти эмблемы. Это, знаете, как будет выглядеть профиль игрока. Но мне вот понравилось больше всего из того, что я увидел, пока что Халк. Давайте еще глянем черную вдову. В общем, различные у нее тут и цвет волос, и прически можно менять, и все это... Ну, относительно немного как бы стоит, с учетом того, что 3450 нам закинули. Просто по 900 как бы норм что-то да можно подобрать каждому герою, мне кажется, по одной покупке. Хотя, наверное, так. Вопрос в другом, как они будут зарабатываться в процессе просто прохождения. Вот, ну, ясное дело, игра завязана на донате. Тут вот они прикольно выглядят, герои. Да, не так, возможно, ярко, как... в самом фильме, в самой киновселенной, которую мы привыкли уже смотреть, привыкли к героям. Вот. Но, тем не менее, неплохо. Тем не менее, неплохо. Давайте еще зайдем в параметры, что здесь у нас есть такое. Параметров просто уйма. Вот, кстати, насчет русского языка. А язык можно настраивать только из пункта настройки, это понятно. Настраивать язык, на который будут... Настраивать язык, на котором будут отображаться текстовые элементы, интерфейсы и субтитры. Язык можно настраивать только из пункта настройки главного меню. Окей, яркость, субтитры. Интересно. А, я понял, это цветные. Я думал, типа, субтитры отключены полностью. Давайте пока оставим так. Скрытие титров отключено. Режим изображения 4К. Определять графический режим максимально 4К, что у меня не точно не 4К, у меня обычный телевизор. Давайте максимально вот так поставим. Максимальная, наверное, да. Игра, стиль управления, вибрация, подбор игроков, стиль последовательного нажимания, уровень сложности кампании. Давайте я не буду зачитывать то, что у нас справа появляется, потому что так долго вообще в меню мы просидим. Если вам интересно, нажимайте просто на паузу. То есть, вот еще раз я вот так по пунктам пробегусь, чтобы у вас была возможность более как бы детально ознакомиться по камере. Да, у нас тут очень много настроек, реально. Чувствительность камеры. Расстояние камеры в бою, захват целей, помощь с прицеливанием, стиль возврата камеры. Мне страшно подумать, что тут можно поднастроить. Раскладка управления, кстати, можно так ознакомиться слегка. Ну, мне кажется, наверное, в игре сейчас расскажет. Ну, вот я вижу треугольник, тяжелая атака. Если я буду играть за Халка, то я уже в курсе. Квадрат, легкая атака, крестик прыгнуть, кружок уклоняться. Ну, обычно у нас тут правый R3 захват цели, L3 бежать. Жесты у нас на крестовине. Перемещаться левым аналогом. Так, ну окей, в принципе тут... А, еще и треугольник плюс кружок добить. Вот это вот немаловажно, наверное, такой L1 плюс L1 эпический супер прием. Меню персонажа тачпад, прицелиться нижний shift левый супер прием. Поддержки, левый верхний shift, супер прием нападения, кошмар, просто все кнопки заняты, разберусь ли я в игре. Чувствительность курсора, да, кстати, чувствительность курсора, у нас тут можно изменить звук, язык озвучки, друзья, русский язык, я в шоке, хотя Square Enix, о чем я думал просто, Square Enix, они должны быть полностью на русском, они же переводят свои проекты уже давно, это и Tomb Raider, и что они там еще делали. Ну и финалку 15-ю на этом самом они переводили. На компьютере, по крайней мере. А вот версия, конечно, на Соньку осталась, к сожалению, полностью английская. Да, кстати, разработчики, аж 4 студии принимали участие в разработке. Это Crystal Dynamics, Eidos Montreal и еще Crystal Northwest. И Nixes Software. Вот Nixes, я не знаю, как похоже название на какую-то, знаете, китайскую дополнительную группу. Но то, что 4 просто студии работали над разработкой, говорит о многом. Что Square Enix созвала все свои ресурсы, то есть всех, ну, приложила максимум усилий для того, чтобы сделать достаточно качественный проект, потому что Marvel все-таки заслуживают хорошего подхода.
Итак, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности, это я уже подтвердил перед тем, как начать записывать. Ну что, кстати, левым аналогом можно двигать вот так курсором, мышкой, наверное, это дело все будет поудобнее. Ну что, играть бета-версию. Давайте приступим. Мы все глянули. Выбор сложности. Низкий для тех, кто хочет без особых проблем насладиться сюжетом. Сниженная сила атаки и защиты противников, больше атак, против которых легко защититься, и отсутствуют атаки, против которых невозможно защититься. Нормальный. Для тех, кто предпочитает сражаться на равных условиях, но иногда не прочь и испытать себя. Высокий. Мощь на 5 ниже, как я понимаю. Для тех, кто уверен в своих силах и не боится серьезных препятствий, увеличенная сила атаки и защиты противников, больше атак, против которых трудно защититься, больше атак, против которых невозможно защититься. Вот так это работает. И зверский режим, минус 10 мощь. Для тех, кто хочет показать, чего он достоин, преодолев нешуточное препятствие. Я просто решил, знаете, что глянуть, записывается у нас игра или нет вообще. Значит, нешуточное препятствие. Существенно увеличена сила атаки и защиты противников. Больше атак, против которых трудно защититься. Больше атак, против которых невозможно защититься. Друзья, ну я даже не знаю, вот тут вот почему решил зачитать, потому что все-таки хотелось выбрать. Наверное, на нормальном уровне сложности начнем, а потом посмотрим. Конечно, лучше играть на высоких уровнях сложности, когда ты уже прошел игру. Не сотвори себе кумиров. Ну, а я была среди них. И это просто потрясно. Мстители оказались такими, как я представляла. Привет, Сан-Франциско! Тор, Тони, мчите туда. Ладно. Не отставай. Да, вступление оказалось достаточно коротким. Графика достойное внимания, наверное, не самое лучшее, что вообще существует в игровой индустрии, но выглядит неплохо. Ну давайте, давайте. Ху-ху. Слушайте, ну ничего так, правда не дают нам полетать, только, ну это не CGI, конечно, но это заставка, как, в которой мы не принимаем участие, но она видна, что на игровом движке. Треугольник удерживаем, и пошла жара. Да, я помню, показывали. Я помню, нам показывали этот. Нам показывали этот геймплей, и еще очень давно используйте левый аналог. А, чтобы уклониться, плюс кружок. Я понял. Показывали этот геймплей достаточно давно. Вот, но теперь лично пощупать. Так, нажмите треугольник, чтобы провести тяжелую атаку. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее завтракать сегодня. Есть у них, получается, видите, графа жизни. Спасибо за помощь. За этими завалами есть еще. Соответственно, будут у нас уровни. А игра собой представляет, то есть она ориентирована на мультиплеер. У нас будет полноценная сюжетная кампания, но по типу, вот, знаете, наверное, Destiny. Если вы вот знакомы с такой серией игр, то там, получается, в каждом практически эпизоде с вами может принимать участие напарник. То есть там также есть боты, есть другие люди, которые бегают параллельно по миру. Схема приблизительно такая в этой игре. Так, фоторежим, настройки, мне нужно добавить субтитры, потому что, так, цветные, черно-белые, ну, давайте черно-белые, посмотрим и те, правильно, все, потому что они разговаривают, и я разговариваю, и можно не услышать о том, о чем идет речь в игре. Удерживайте треугольник, чтобы провести мощную атаку и разбить препятствие. Будет весело. L2, чтобы прицелиться, и R2, чтобы запустить молот. L2, чтобы вернуть его. Мы имеем дело. Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Блин, а молотом прикольно бросаться. На химере, пока не выясним, так, это что происходит. Выпало? Помогите, пожалуйста. Конечно, конечно, друг, сейчас мы тебя... Нет. Одной рукой просто Тор. Поднимают грузовик. Для вас я силен. Ха-ха. Спасибо, Тор. Бегите в укрытие.
Знаете, что еще стоит отметить, что голосовой актер, скорее всего, тот же самый, который принимал участие в озвучке оригинального фильма, поэтому слушать достаточно приятно. Тора. Тор, спасибо. Не высовывайтесь, помощь на подходе. Хотел кинуть молот прям в грудь ему, но не попал. Неплохо. Так, полоска моя вверху. Жизни. Обычно я привык, что там отображается здоровье боссов. В данном случае. В общем, Тор для этих ребят реально как босс. Он цепляется за машину, ну-ка. Хочу побросать просто это. О, машина разрушается, прикольно. Классно, когда он возвращается, он цепляет. Он цепляет, получается, противников. Вот и Тони Старк тут на помощь подоспел. L1, чтобы использовать суперприем неистового воина. Давайте. Вот эти вот спецэффекты очень классные, да. Просто пошла раздача. Что они думали просто? Как на что они надеялись? Противостоять Тору. Так, берегись. Это что такое? Ребята, посерьезнее, я понял, со щитами. Троих привозят нам в грузовике. Ну, давайте посмотрим, что можно с ними сделать. Чего это валяется на земле, вопрос? Удерживайте, тяжелая атака. Отлично. Ну, знаете, физика неплохо, картинка неплохо. Есть отражения в лужах. Какие-никакие. То есть, это, конечно, неполноценный ретрейсинг. Но, тем не менее, видно персонажа. То есть, и все достаточно такое живое. Разрушаются некоторые предметы. Локации. Ух ты, блин. Сразу нас переключают на Старка. R1, чтобы стрелять. Так, получайте. Обалденно. Вы видали, как он увернулся? Да, резко нас переключили. Экшен здоровский. Ну, скорость может быть не прям самая такая... Ну, если бы было быстрее, я бы просто не смог попадать. Я понимаю просто, зачем это сделано. Да и мост не бесконечный, а нам нужно перестрелять кучу противников. Все выглядит, блин, все очень здорово. Мне нравятся эффекты дыма, вот, то есть взрывы, огонь. Очень классно сделаны. Сидите в укрытии. Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Так, у Тони какие удары? Нажмите R1, чтобы активировать суперприем Унилуч. Он сразу спалил всех этих ребят. Удерживайте крестик, чтобы набрать высоту. Нолик, чтобы... Кружок, в смысле, чтобы спуститься. Будем держать Гуся. Гуся жива-здорова. Я... Не думал, что ты это услышишь. По идее, они уже должны разбегаться. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Давайте их руками немножко. Вау, вау, он взлетел и атаку провел в воздухе уже. Это было тоже здоровски. Я нормально не успеваю перестрелять народец, постоянно... Постоянно что-то происходит, вот сейчас появились на грузовиках щита пулеметы, и они атакуют меня. Так, хорош. Шлем какой-то у Тони не такой, как в фильме, я обратил на это внимание еще, когда смотрел эти трейлеры. Кэп, почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот.
Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Вот пришло время нашего любимчика. Ну, я не знаю, как вы вообще на самом деле относитесь к Халку, но мне он очень нравится. Мне еще понравилась фраза, которую он в «Мстителях» в фильме сказал, говорит: «Мой секрет в том, что я постоянно зол». То есть он себя просто удерживает в обличье человека, ну, старается не злиться. Да, хорош. В общем, если вам нравится Халк, напишите. Ох, блин, напишите об этом в комментах. Да ты что? Там сразу улетел один из противников. Сильный удар, треугольник. Иди сюда. Ха-ха-ха. Блин, бегает он, конечно, здоровски. И такие размашистые у него удары, увесистые. Вопрос, знаете, только в чем? Выживут ли вот эти вот ребята? Ой, а это что такое? Наверное, не надо попадаться под этот выстрел. Не, ну как-то слишком просто разрушился танк. Я думал, он его там схватит, что ли. Так, чтобы прыгнуть на плоскую, негладкую поверхность, нажмите крестик. Нажмите крестик, чтобы оттолкнуться от стены. Вот как это работает, окей. Да, экшен эпический, но я насколько слышал, что только в начале, получается, нам дают вот такой эпик, а дальше игра становится... Эй, ну это случайно он улетел вниз. А дальше игра становится скучнее. Конечно, бы не хотелось такого. Но игрушка, кстати, будет дополняться контентом постоянно. То есть тут будут какие-то боссы для совместного прохождения, то есть... Ну, это рейдовые боссы такие. Ух ты! Я могу кидать камни. Кнопка L1 плюс R2. Ой, кнопка L2 плюс R2. То есть как прицел. Соберись, Тони. Халк хорош. Мне уже интересно, что будет в полной версии игры, потому что здесь такое мне нравится, такое мне нравится. Я знаю, что эксклюзивно еще на Соньке будет Человек-паук, на других платформах не появится этот герой. Чтобы использовать хлопок грома. L1 плюс R1. Хорош. Все мигает, все взрывается, у нас набираются какие-то... Ой, блин, машина, уйди. Я горю. Ха-ха! Вот это было очень круто. Получайте. Я даже не сомневался, что он его бросит в этот, в другой танк. Опасный старт. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже, соберитесь. Как обычно, тут у нас конфликтора и Тони Старка. Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. За кого будем? За Кэпа играть или все-таки за Наташу? Нат, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не слышала. На, ты слышишь? Похоже, за Кэпа сейчас. Так, бросить щит. Нажмите R1, чтобы использовать супер прием паровой молот. Круто. Добивание пошло. Ну, выглядит все здоровски. Да, это именно избивать руками супостатов, такое не может не нравиться. Блин, а почему не показали, как там заблокировать R2, чтобы блокировать атаки? Вот какая-то необычная, кстати, кнопка насчет R2. Почему не L2, там, или, не знаю, не кружок? Тарлтон, вы слышите меня? Нам перерезали связь! Капитан, у нас проблема! Так, я в курсе! Бой напоминает вот что-то Бэтмен, наверное, Бэтмен игру, наверное, любую, и
вот вспоминается Спайдермен, но пока как бы попроще здесь. То есть нет таких прям скачков от противника к противнику. Давайте немножко посмотрим, что вообще тут происходит. Но эффектов очень много. То есть все светится, вот этот дым динамический, камера себя ведет очень интересно. Вы знаете, видно, что проделана хорошая работа. И трупаки не исчезают, ну, потому что эти ребята, они вообще как бы еще пока что не уснули вечным сном. Тут у нас еще противник, я прозевал его. Внимание! Химера атакована! Удерживайте кружок, нажимая левый аналог в сторону противника, чтобы сделать через него сальто. Ага, вот так это работает. Хорош. Слушайте, ну мне нравится боевка и как это все выглядит. За Капитана Америку, по-моему, вообще ярко. R1. Ага, увидел я, набирается в правом углу у нас. Значит, вокруг щита такая получается, как полоска заполняется, и мы можем, соответственно, нанести урон. Ну, провести специальную атаку. Я просто напомню, что я играю первый раз, потому что меня тут все удивляет, что происходит. И... ой, что это такое? Это, я понял, электрические какие-то приемчики новые. И, соответственно, то есть я не во всем разобрался, потому что это первый геймплей. Еще раз повторюсь, посмотрите просто, сколько дыма всего. Вот это вот так. Ай, да добивай. Блин. Не получилось красивого добивания. Куда бежать? Мстители, прием. Куда мне бежать? Спасите, паровой молот. Супер прием готов. Мне нравится этот прием. Ты запускаешь, не целясь, просто щит, и сразу всех противников он сдевает. Чтобы активировать режим «Бруклинский боец», нажмите L1 плюс R1. Хорош. Автоколонна перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Ну и масштабные показывают события. Посмотрите, там на улицах что творится. Все крушится, люди бегают в кадре. Так вот, ой, и нам снова передают игровой процесс. По всей видимости, сейчас будет. Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила? Не видно вообще, ну, тяжело разобрать, не то, что прям не видно, но тяжело разобрать, где CGI, в смысле, где отрендеренная заставка, и где именно чистый игровой вот движок. И это здорово. Это здорово в том плане, что удалось им сделать крутенскую картинку. Я не знаю, выйдет ли игра на новом поколении консолей, но и здесь она выглядит достаточно серьезно. Детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Единственное, что мне нравится пока что, это маска железного человека. Не знаю, почему он как-то неестественно выглядит. Точнее, непривычно. И Наташе достается бой. Блин, вот здесь вообще просто огонь, не верится. Слушайте, ну, Square молодцы, просто выглядит. Я кое-чему научился в нашей последней встрече. Выглядит, блин, потрясающе. Если в сюжете будет много подобных сцен, то это просто очень круто. А еще правильный ракурс камеры и Наташа сзади. Это здорово. Тони, грузовик, блин. Вот это вот, как они пролетели через искры, было тоже очень круто. Они, получается, потом как бы их обволакивают за ними, это было круто. Я слышал
не совсем положительные отзывы об игре, но то, что сейчас наблюдаю, мне нравится. Двойное нажатие, так удержите L2, чтобы прицелиться, а я могу стрелять из пистолета, я понял. Ха-ха, вот такая мини-игра, знаете, но выглядит это все очень, блин. Конечно, скрипт скриптом, но выглядит очень ярко. Я, правда, не совсем понял, что мне нужно делать, куда стрелять. У меня долго жизнь уходит. В щит, в голову. Двойной там кружок было что-то. Са! Знаете в чем? А, нет. Мне показалось, что я просто нажимаю кружок, и он тогда летит на меня, и я уклоняюсь. Типа, не он меня атакует, а можно его, как бы, подозвать к себе уклонением. Но не так это работает. Блин, чего я не вижу? А, остановилось. Может, ему надо стрелять по этим? По его... По ранцу вот этому? О, нормально. Наташка, молодец. Кстати, с ней будет фильм полноценный, где она в главной роли. До этого у нас был, соответственно, про Капитана Америку, про Халка фильмы. Вот про Наташу не было одиночного кино. Рукопашечка. Иди сюда. Записываешь, как обычно. Нажмите R3, чтобы зафиксировать камеру. Хорош. Блин, ну она немножко ездит, конечно, по полу тут видно, но в целом выглядит все пока что очень ярко. И еще разрушился мост, кусок там отвалился. Мост зачищен. Подземные толчки становятся сильнее. Все западное побережье. Или что понять, что происходит? Не перебивай. Без вашего капитана вы ни на что не годитесь. Отдай детонацию. Может, я сброшу тебя с моста. Ух ты. R2 какой-то крюк. Ага, я еще и могу пистолетами в него стрелять. Ха-ха! Вообще здорово, получай. Да, если ты вовремя уклоняешься, ну, точнее, как бы есть какой-то определенный тайминг, то замедляется время. В общем, если сделать правильно, еще кинематографичней становится бой. Что нужно делать? Блин. Контратака крюком. А, ну, нас только вот, кстати... подводят к этой истории о крюке. Нажмите R2, чтобы использовать крюк для противодействия синим или желтым атакам. Нажмите R2, чтобы использовать крюк. Да, давайте, я понял. Нажимаем. Наверное, обидно всегда вставать назад. Ага. Химера, да? И что ты хочешь мне сделать? Продать подороже? Да иди сюда. Что же? Не буду портом сюрприз. Да, если не вовремя ты пользуешься крюком, то не все. Не все получается. Он, точнее, блокирует просто. Слушай, он как Капитан Америка кидает крюк. Ну вот я вовремя, по-моему, нажал. Получил в ухо. Силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Та что ж такое? Ну, что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь? Хватит болтать! L1, чтобы активировать завесу теней.
Блин, у всех суперспособности Хорошо. Активируются разными кнопками. К этому, конечно, нужно привыкнуть. Этого ты не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щиты Мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании АИМ, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но... Увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. В общем, вот такая предыстория, такая завязочка у нас. Альтернативные события, которые не происходили, естественно, в кино. Тут, ну, достаточно интересно. Мне очень еще понравилась заставка, в которой все это рассказывалось. Выполнена она в интересном стиле, тоже смотрится очень прикольно. Интересно, будут ли еще такие в полной версии. Итак, предыстория. После трагических событий, которыми ознаменовался День Мстителей, организацию расформировали, а супергероев объявили вне закона. Следовавшие 5 лет их место заняла мегакорпорация Агентства инновационной механики, или АИМ сокращенно. В обиходе известна как АИМ. Да. Она занимается разработкой передовых технологий, утверждая, что мир спасет наука, а не так называемые герои. Юная Камала Хан, преобразившаяся под действием терригенового тумана и объявленная в розыск за вмешательство в дела АИМ, решает во что бы то ни стало заново собрать мстителей и доказать их невиновность. Мы присоединяемся к ней в тот момент, когда она, заручившись поддержкой доктора Брюса Беннера, отправляется на поиски Тони Старка. Интересно, теперь вот все-таки мы за нее поиграем, получается. Где сейчас Тони, может знать только Джарвис. Эта дорога должна привести нас к секретному входу в архив. Супер! Отличный день для прогулки. О, вот это настрой. Ты носишь тот коммуникатор, который я тебе дал? Ага.
Он почти незаметный. Так почему вы вернулись? А какое, блин, отсутствие соединения? Проверьте правильность подключения кабеля Ethernet. В чем вообще проблема? Какая-то глупая история. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню, Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно. Джунгли выглядят тоже достаточно прикольно. Мне пока что все нравится. Я смотрел до этого, просто бета стала доступна закрыта. Она была доступна раньше для тех, кто сделал предзаказ. Вот. А для людей, которые не делали предзаказ, она стала доступна 14 числа, то есть открытая бета. И до того, как поиграть, я так глянул отзывы и вообще, то есть... Давайте, я помогу. Да что такое? Зачем мне этот просто соединение с интернетом? Я есть оно или нет? У меня оно есть. А ну-ка, одну минуту давайте чекнем. Странно, почему вылазит это уведомление. Вроде как все работает. Ходят они немножко, есть какие-то рывки в движении, не всегда четко было это очень заметно. Так. В общем, что было? Было видно, как не очень классно двигаются персонажи именно в бое, когда мы играли за, получается, Черную Вдову. Там, то есть, не всегда они... Ну, они как скользил персонаж по полу. Ну, может быть, это поправят. Все-таки бета не просто так. Посмотрим, что там будет в финале. Очень-очень странное происходит. Давайте, может быть, знаете, что мы попробуем? У меня все подключено, интернет работает. Я не знаю, что это за сообщение. Давайте в настройках попробуем просто интернет-функции отключить. Правильно? Где оно было? Потому что так играть, конечно... Так играть нам будет сложно. Сообщение, ну... А тут я что-то не вижу, чтобы оно где-то отключалось. Может быть, подбор игроков? Вот это вот. Ладно. Напишите, кстати, может быть, вы в курсе, может, у кого-то тоже есть такие глюки. Волосы у них, интересно, тоже сделаны. Так, удерживать квадрат. Пока все неплохо. Я представляю, какой будет все-таки... ну, все-таки, вот если тут схема как в Destiny, это достаточно интересно. Да, конечно, я вообще думал, что игра будет просто полноценной сюжетной кампанией, там, часов на 12. Доктор Бэн, что мне делать? Что? Да беги, что делать? Когда Бэннер становится зеленым? Не всегда понятно, удерживать кнопку или тапать. Вот еще в чем проблема. Как-то они такие обозначения одинаковые сделали.
Так, ярость. Удерживайте R2, чтобы войти в режим ярости. Находясь в режиме ярости, герой наносит больше урона, а его запас воли постепенно повышается. Урон, полученный в режиме ярости вместо запаса воли, истощает шкалу ярости. Урон, получаемый в режиме ярости, опустошает шкалу ярости, а не запас воли героя. Какая сложная схема управления. Удерживайте R2, чтобы войти в состояние ярости. Ну да, я понял. Вот. Я вошел в режим ярости или что там? Крушить, Халк! Халк, крушить! Да, в какие-то моменты и у этих противников загораются вот эти вот зеленые и желтые, получается, кружочки. Это, значит, разные атаки. Можно как-то, видимо, их или перехватывать, или уклоняться, но что-то игра нам об этом не сообщила, как это делать. Давайте по-хорошему, хуже будет. Здесь повсюду был Цаин. Как они успели сюда добраться? Так, уклоняемся. Какая-то граната. Блин, ослепление на меня применили тут, и здоровье, кстати, уходит. Эти ребята со щитами достаточно серьезные. Что за херня тут творится? Забросали их там всех. Ой, кувырок. А, опять отсутствие интернета. Да вы заманали со своим интернетом. Мне кажется, это глюк на самом деле. Потому что интернет работает. Просто, видимо, глюк бета-версии. Удерживайте, чтобы войти в режим ярости. Надавали мне тут не кисло так. Но когда ты в режиме ярости буянишь, здоровье восстанавливается. Вот есть такая хитрость. Да чё, джинсы на нем нормально сидят. Так, как нам попасть наверх или куда нам вообще? Да, похоже, наверх. Просто, чтобы прыгнуть на плоскую, негладкую поверхность. Крестик, чтобы оттолкнуться. Я думал, он, честно говоря, будет подниматься наверх, но он только прыгает. Только прыгает. Судя по молчанию, я тебя не развеселила. Ну и ладно, Брюс тоже не ценит мои шутки. Брюса нет. Ладно, больше ни слова. Об очкарике. Так, прыжок по стенам. Совершайте несколько прыжков по стене, чтобы быстро преодолевать вертикальные, видимо, поверхности. Не допрыгнул. Что за содержимое? Фрагмент материала. Какие-то материалы в этих коробках. Там можно было, по всей видимости, наверх запрыгнуть. Это что такое? Что? О, ты прав. Кажется, это надолго. Кажется, я тебя слышу. Эй. Все хорошо?
Тут Халк выглядит, правда, как это, какой-то бомж, алкоголик. Борода это огромная. А им не просто оказалось здесь. Они тут работают. Надо найти Джарвиса и сматываться отсюда. Удерживайте, удерживайте квадрат. Зачем же интернет опять тут шалит? Какие-то элементы, материалы, короче, найдены другие, какие-то более, видимо, драгоценные камни. Нормуль. Я приму самый долгий душ в мире, как только вернусь. Наверное, это архив. Вперед! Выглядит все очень классно. Мне нравится то, что здесь много просто работы с освещением. То есть вот эти какая-то дымка, какой-то туман, отсоединение от интернета. Все это в совокупности просто делает невероятно крутые ощущения, в общем, от игры. Так, что-то я не могу допрыгнуть. Надо, наверное, взять разбег. Вот это другое дело. Так, а куда дальше? Какой-то маркер. Кстати, если вы обратили внимание, так, у нас тут есть... Нажав на тачпад, мы попадаем вот в такое меню, где мы можем поменять внешний вид Халка. Там, допустим, Берсерк, просмотр. Или, допустим, Халк. Парень, джентльмен. Вот это, кстати, из, знаете, с PlayStation 2, по-моему, короче, Халк вот так там приблизительно выглядел, такой же цвет. Тут он менее зеленый, он, видите, такой, это как-то в перемешку идут цвета, но такой более современный, конечно. Снаряжение здесь, значит, у нас есть показатели, потому как мы, ну, то, допустим, ближний бой там 124, дальний бой 134, а потому как мы можем прокачивать героев, поэтому, естественно, у нас все тут циферками обозначается. Усилить мощь наниты, обычный, доблесть 3. Преимущественно снаряжение, но это надо разбираться. Да, тут как бы не на один час, навыки также. Блин, только, да ну подожди, куда ты? Только двинул курсор, там сразу информации. Вот, например, бой, тяжелая атака, атаки с захватом и ярость. То есть у нас вот 4, пожалуйста, ветки, которые мы можем прокачать. Здесь, например, удар. Нажимаете квадрат, чтобы выполнить базовую атаку ближнего боя. Быстро нажимаете 4 раза квадрат, чтобы провести серию легких атак, наносящих все больше урона. Дальше у нас зеленый бомбардировщик. Очень страшное название, даже не хочу зачитывать, о чем это. Пушечное ядро. А, нажмите квадрат в прыжке, понятно. И дальше там добивание треугольником. Урон повышается с каждым ударом. Удар слабый, оглушение слабый, эффект обычный отбрасывает. Ну вот, и вот, вот так вот дальше. Это есть у каждого игрока. Могу ли я что-то прокачать? Где? А, очки навыков 0, друзья, на текущий момент. В общем, прокачаться пока что не вариант. Также у нас здесь можно посмотреть цели, общий сбор, сюжетная кампания. Это... Да что ты, интернет. Найти Олимпию. Общий сбор, сюжетное задание. В поисках Джарвиса, Халк и Камала проникают в подконтрольный АИМ архив Олимпия. Текущие цели – проникнуть в архив Олимпия. Награды за экспедиции, экзотический артефакт Тактигон. Окей, дальше что у нас? Тут вот еще коллекции я не досмотрел. Еще не открыто. Что открыто? Ничего тут как-то не открыто. Разведданные у нас тут? Ну, это информация, понятно. Ага, вот еще свод. Это противники, которые нам встретились. О них есть досье, просмотреть набор. Да ядрить, колотить, тут информация о каждом. Это, конечно, ну, было, наверное, достаточно
ну, достаточно требовало много времени, чтобы столько просто о них сделать инфы. Помимо того, что просто создать эти модельки противников, да, ну так тут они еще о каждом столько информации. Правда, почему закрыто? Вы еще не нашли это досье. Значит, нам тут еще предстоит собирать и собирать. Таскмастер. Досье на босса, этот, с которым мы сражались еще в самом начале. Наемники, пожалуйста, тут их тоже целый отряд из 4 человек со щитами. Все это можно подробно изучить, но окей. Вот, что я хотел сказать. Посмотрите на Халка, и вот вообще, видите, какая-то как дымка вокруг, и свет этот на него падает. И свет, он такой как объемный, очень классный эффект. То есть не просто, знаете, вот такой вот луч света, как обычно, типа, как полигоном сделанный, а динамическое такое освещение выглядит, это прикольно. Так, ладненько, тут, наверное, нам наверх. Да. Похоже, все здесь под властью. Мистер Старк еще тут? Могу залезть в вентиляцию и глянуть. Да. Или так. Получайте. Вот о чем я только что говорил. Непонятно, нажимать просто квадрат или удерживать. Вот треугольник. Повсюду АИМ. Ты отвлеки их, а я проберусь внутрь. Ты их отвлеки. Да не вопрос. У них тут везде охрана. Идея. Крушить АИМ! Да, идите вон со своим интернетом. L1, что это? Я внутри. Ну и широченная тут вентиляция. Похоже, АИМ перестроил архив. Все новенькое. Да потише, на что они вообще надеются, пытаясь в рукопашку с ним сражаться? Это отчаянные какие-то парни. Так, этот испарился. Блин, попал. Сейчас я тебе помечу, на тебе кирпич. Да ядреное соединение с инетом, что ты делаешь? Ох, их еще больше повылазило. Ну, держите кирпич. Туда, наверх. А я схватил, я уношу камень просто. Я украл у них кирпич. На тебе, вот эти бочки можно взять? Нет? Или эти бочки можно взорвать? Это что такое? Есть, ребятки, я забрал. А, я тут уже всех... А, нет, не всех. Почти всех. Почти всех порвал. Что они, блин, хотят от интернета? Вот тут вот какой-то у нас сундук. Комикс найден, фрагменты. Сейчас, одну секунду. Я думаю, стоит нам вот сюда к игре вернуться. И подбор игроков можно включить, никак не связано с интернетом. Может быть, они, знаете, может быть, в чем проблема? Может быть, потому что я не подключил, типа, учетку. Может, из-за этого они постоянно пишут вот эту гадость. Ух ты! Вот этот я рванул. Правда, не в ту сторону, но было прикольно. Куча народа идет к лифту. Да какой-то паренек посильней. Против Халка. Мелкий сильно. Это не противник. Так, досье. Высший синтоид. Короче, высший синтоид, подключите интернет. Архив должен быть где-то в недрах здания. Буду. Ха-ха!
мне нравится невероятно. Я просто не ожидал такого. После, еще раз повторюсь, после того, как я посмотрел обзоры, допустим, того же Антона Логвинова, он сказал, наиграл он там что-то около 4 часов, он, по-моему, сказал. Говорит, там, типа, скучняк. Вот. Еще я смотрел, получается, читал на Игромании, по-моему, там тоже написали, что, типа, какая-то туфта, короче. Картинка не очень, я просто не вижу, на чем они играли. Картинка, по-моему, даже очень. Для игры по... вообще, как бы, по франшизе, там, блин, удивительно, что оно выглядит так. Я еще раз говорю, понимаю, почему Square Enix задействовала столько людей. Ого. В закрытом помещении с этими роботами. Опасно. Что у него за палка такая? Мне сейчас кажется, мне ее на нее надо его насадить просто, на эту палку. Больно бьет Халка. Сейчас мы мелких разберем. А теперь иди сюда. Без вариантов. Вот эти трещины на полу, посмотрите просто, как оно выглядит. Вот этот вот дергающийся ящик, я не знаю, что это такое, ну какой-то компьютер там с монитором, он тоже, это очень круто. Чтобы открыть экран снаряжения, нажмите тачпад. Вот наконец-то нас обучают, значит, прокачки. Прирост мощи. Вызывайте прирост мощи вашего снаряжения и артефактов, чтобы быстро повысить уровень мощи героев. Для прироста мощи требуются модули улучшения, остающиеся после разбора ненужных предметов снаряжения. Чего? Чего делать? Итак, доступен прирост мощи. Наниты коэффициент Костолома. Супер приемы на 9% упадут, но ближний бой на 19% в целом вырастет. Или получается, мы можем прокачать гамма перегруженные наниты, необычные, защита плюс 16 и плюс 3 ближний бой, но это опять же супер приемы на 9% проседают. И вот я не люблю, когда минусуется у нас сила. Мне нравится, когда ты делаешь прокачку, и все именно повышается только вверх. Как бы, да. Так интереснее, блин. Так ты делаешь просто своего персонажа непобедимым. А тут какая-то чепуха. Давайте ближний бой 19%. Вот это. Сколько и чего я потрачу. Крестик в экипировку, треугольник разобрать, удерживать, квадрат прирост, удерживать, R2 сравнить. Ага. Ну, это я понял. Тут будет много у нас вот подобной чепухи выпадать. Это как пушки в том же Destiny или, ну, я не знаю, в Борде, там, подобных играх, которые, знаете, можно много в них играть, там, переигрывать постоянно, то есть совместные вот эти вот миссии, босс-рейды. Это прикольно, но тут нужно осваиваться просто. Я тут сразу как бы и не разберусь, наверное, до конца. Но давайте как-то сравнить, или разобрать в экипировку. Я хочу... А, удерживать прирост. Все. Та, блин, иди вон, соединение. Ты мне уже достал это соединение. Давайте, ближний бой 19. Вот, удерживаем квадрат. Есть. Но мы в любой момент, как я понял, можем сменить. То есть выбранное улучшение. Вопрос только в другом. Где отображается, что оно у меня выбрано? Вот L2 я зажал. Экипировать улучшение. Короче, экипировал или нет. Похоже, да. Так, что у нас тут? Навыки, коллекция. Ну, это мы все смотрели. Вопрос у меня только снаряжение нужно было выбрать. Вроде бы качнуть. Давай дальше. Крушить дверь.
Вот, гляньте там, насколько просто кусочков разлетелся этот сервер, или что оно такое. Вот так вот выглядит это клёво. Крушить верхний этаж, да идите вон со своим интернетом. Что пишешь? Направленное подкрепление в администрацию. Это первый этаж. Похоже, про меня не знают. Доктор, я знаю, вы меня слышите. Прошу, боритесь с ним. Я не хочу вас поранить. Так, давайте осмотримся, а потом уже рванем дальше к цели. Блин, ну тут полезного ноль. Стены, лифта, лифта, двери нет. Ничего тут не ломается. Кого ты там стреляешь? Иди сюда. Ой, какие-то бомбы. Ха-ха-ха. Ну, мне нравится, как он их просто раскидывает. Ой, настреляли больно. А что вы скажете вот на этот хлопок? Это что такое? Интересная лаборатория. Так, стекла. Стекла, правда, как вода, знаете, рассыпалась, как вода. Громоподобный. Не успел прочитать. Это сломать нельзя. Ну вот, с мониторами проблем нет, со стеклянными. Я думал, он, конечно, будет брать предметы, а не просто вырывать, знаете, из земли вот кусок камня. Но так как тут можно просто делать этот бросок бесконечно, собственно, поэтому они пошли... Ну, они приняли такое решение. Оп! А тебе пробиваться через серверную. Закрыли. Это чудовище, не вы, доктор. Откройте двери, блин. Ой, тут летающие пошли уже какие-то перцы. Ну-ка, иди сюда. Можно было, кстати, оставить как бы предметы, как, ну, бросок, точнее, не оставить, а можно было сделать, чтобы бросались только предметы, которые ты, в общем-то, можешь тут подобрать. Ничего в этом такого прям... Ну, неудобного, наверное, нет, потому что всякой техники раскидано на локациях достаточно много, и когда он просто вырывает вот так из пола, и остается вот такое вот что-то непонятное, но выглядит немножко это... Ну, это мелочь на самом деле, просто надо не забывать, что это игра. Вот если бы он кидал, конечно, бочки, как-то было бы логичнее, было бы, что ли, кинематографичнее, ну... Ух ты! Дверь открыл. Че этот интернет? Как он меня заколебал? Постоянно. Высший синтоид адепт. Ой, он больно бьется. Ай, вниз куда-то свалился. Назад погнали. А что это было там наверху? Туда можно попасть, Анка? Или это мне показалось? Блин, Халк. Халк красавчик, я его обожаю. А ну-ка, пушку отдай.
Хотелось бы как-то схватить их за ноги там и побить другого там противника. Вообще, вообще. Есть такая возможность. Вначале он просто так схватил же в самом начале, или то был у нас скрипт. Я могу вам помочь. Ну, конечно. А, можно. Треугольник плюс кружок. Но это только на оглушенных, видимо, врагах работает эта комбинация. Там загорается, по-моему, периодически квадрат. А, я подобрал какую-то инфу. Я думаю, что ну, удерживать. Целюсь. Куда ты там целишься? Хлопок грома готов. Это разломать можно? Или это голограмма? Ух ты, блин, нет, нифига, это не голограмма. Я, похоже, очень долго не моргал, и сейчас у меня просто вытекут глаза. А, еще этот зеленый ядовитый цвет. Я хочу помочь, Брюс. Я хочу помочь, Брюс, тебе с интернетом, но у меня не получается этого сделать. Тут можно разными, что ли, путями пройти. Там наверх стрелки показывают. Можно, конечно, туда просто запрыгнуть, можно сюда. Ну-ка, стоп. Давайте попробуем. Сначала сюда я хочу. Тут у нас как-то слишком людно. А эти удары не блокируются там красным, когда они цветом загораются. Отход. Ой, подождите, блин, там был секрет, назад не вернуться. Вот тебе и все. Вот тебе и вся история. Заблокировали какую-то огромную дверью. Как уничтожить пушку наверху? Понял. Я же умею кидать кирпич. Кидать кирпич это сильное заявление. Попал. Я не был просто уверен на 100%, что ее можно уничтожить кирпичом. Но, как оказалось, можно. Мне нравится то, что он, знаете, вот бежит, потом ты нажимаешь удар, он останавливается и бьет. То есть жалко нет такого удара с размаха, это как-то рвет анимацию. Вот, и с прыжком еще какая-то. Он когда взлетает вниз, а потом резкое падение взлетает вверх, а потом резкое падение вниз, как-то тоже выглядит сумбурно. Вот. Вот смотрите, о чем я говорю. Вот бежишь вот так вот. Хочешь ударить противник, нажимаешь квадрат, он останавливается и бьет. То есть как-то, то есть ты такой весь бежишь, скорость набираешь, это вот его и такой раз как-то с места потом удар, странно. Ну вот даже удар мощный с разбега, он не так выглядит рвано, как обычный. Вот и прыжок, вот я говорю, вот это вот что-то такое. То есть ты подпрыгнул. Как-то не супер. Не по-супергеройски.
Вот это помещенница. Ага, пошла заставка. Ты на месте. Ты на месте. Давайте отключим музыку. Что случилось? Здесь они их мучили. Ты должен разбить здесь все. Ну, кто бы сомневался. Такое я люблю. Крушить, Хал, крушить. Халка, Брюс, вы ой. Вы были единственны. Это ж... Сейчас мы пытаемся исправить ошибки Мстителей. Наши ошибки. Тут похоже... Шанс на лучшую жизнь. Мы можем уберечь нелюдей от вашей судьбы. Нужно лекарство. Он врет. Никого они не спасают. Мне жаль, что до этого дошло. Да ладно. Жаль ему, что дошло до этого. Мне тоже жаль. Что-то быстро я этого робота как-то разобрал. Мне даже аж неинтересно. Использовал только одну спецспособность. Мне кажется, именно здесь Халка и собрали. Так выглядит и так корпорация. Ну, похоже, вот эти вот зеленые там были такие, как зеленые ядра, или как правильно назвать. Чё там, ребятки? А ну-ка всем спать. Ладушки, ладушки, это можно назвать прием. Халк крушить. Это нельзя разломать? Это, похоже, нельзя разломать, да. Некоторых он, кстати, противников тоже долго как-то бьет. Вот вроде бы стоит парень, да он должен улететь просто от такого удара. Он выхватывает минимум 3. Только потом начинается вот этот полет. Ай. Халк крушить. Ой, бежи ко мне, пошел вон. Эти бочки взорвутся, хорошо. Мне кажется, даже подлагивает. Сонька, я на прошке играю. Мне кажется, она не успевает просто обработать столько деталей в кадре. Вы знаете, мне кажется, я понял, что я там наклацал. Наверное, максимум это было... не картинка, когда я менял там 4К и максимум. Мне кажется, 4К это типа на изображение больше. А, значит, ну, то есть мы всегда же на прохе есть во многих играх. Ну, не всегда, а то есть в играх, в которых разработчики учли этот момент. На прохе есть типа режим картинка, тут оно называется качество, как правило, или скорость, типа. Скорость 60 FPS, качество это. И я выбрал максимум, мне кажется, я выбрал именно FPS. Хотя я бы не сказал, что игра работает в 60, мне кажется, тут 30. С натягом. Вот. Как-то я выбрал максимум, и я думал, это типа картинка. Но мне кажется, надо было оставить 4К, это, наверное, все-таки на максимальное качество картинки. Просто зачем 4К, когда телек не 4К? Вот в чем вопрос. Может сейчас попробовать сменить? Будет ли какая-то разница? Экран. Вот. Прям графический режим игры. Почему не написано просто ничего об этом? Ну, допустим, 4К я поменял. Что у нас поменялось? Стала ли медленнее работать игра? Если вы не остановите... Стало ли лучше качество картинки? Я не вижу, честно говоря. Мне придется. Беги отсюда!
О, это я играю. Круто. Убегаем. Нас хотят превратить в обычного. В обычного человека. Как здорово, блин. Выглядит все очень, блин, крутенски. Столько света, столько взрывов эффекта. Вау. Я не знаю, за что ругали игру. Пока что... как блокбастер выглядит. Освещение очень крутенское. Вот, вот, посмотрите. Халк, я нашла архив мистера Старка. Мне кажется, даже в Спайдермене не настолько были детализированы помещения. Так, что умеешь ты, подруга? Кроме того, что прыгать, как Лара Крофт, выше себя в 5 раз. Выключатели. Соберись, Камала. Используйте крестик, чтобы раскачиваться или хвататься за уступы. Угу. Понятно, как это работает. Ха. Интересно, интересно. Ой, ящик сам развалился, даже бить не пришлось. Не, вы знаете, я как-то хотел... ну, я был настроен на то, что игра мне не понравится. И вот сейчас, спустя час игрового процесса, хочу вам сказать, что только положительные на самом деле эмоции. Ой, это, конечно, был прыжок в никуда. Сейчас тут... интересно она себя ведет, конечно, вот это вот растягивающееся тело. Вспоминается мне Суперсемейка и Фантастическая четверка сразу. Нереально круто. Просто круто. Я ждал, когда дадут за нее поиграть. Она вообще мне по трейлерам не очень нравилась как персонаж. Я такой типа, да это какая-то фигня. Вот, но вот когда ты играешь за нее, действительно интересный герой. Только опять, знаете что? Я не понял, куда нам... а, ну тут она протиснется, если интернет будет. Нет, не протиснется. Ха-ха-ха! Вау! Вот эта серия! Прикольно! Вообще такого... я серьезно... каждая вот игра вызывает положительные эмоции. Не знаю, за что ругали. Может, денег не завезли, как обычно. Не понимаю просто, за что ругали игру. Не, ну, может быть, она дальше станет скучнее. Может, надо больше наиграть времени. Но пока все прикольно. Такой, знаете, битэмапчик. Не напряжный. Блин, немножко ее выхватило, ну пошли вон. Крестик, крестик! Ха-ха! Так, а стрелять я могу? Нет, я могу бить кулаком. А-ха! Это прикол, вместо... типа вот эти вот, что вот это за штуки? Вместо выстрела у меня просто длинный кулак я использую. Стиль длинного кулака. Так, ну я освоился, как за нее играть. Ребята, со щитами, что за супер удар? Вау! Вау! Разобрали. Чуть не упал, чуть не улетел. Блин. Ну, надо, конечно, привыкнуть к тому, как она себя ведет. Потому что тут прыжок, она улетает просто на огромное расстояние. Активируйте главную систему. Выключателями пока не включится. Интернет они имеют в виду. Там соединение кабель, протяните кабель. Какими выключателями только щелкать? Мне все в эту дверь хочется зайти. А
Ага, вот, вот, вот у нас тут. Хватит страдать ерундой. Берись за выключатели. Согласование тактических подпрограмм. Ух ты. А они стреляют в меня. Это что было? Что это было? Камала, что это было? Что это за прием? Прием называется «Отсоедини интернет». Ха-ха! Вы видели, как она буцает? Да, вот это вот именно прикольно. Как футбольный мяч. Отправил я в нокаут друга. Это мне нравится. Вам меня не поймать, долбанные железяки. Ой, этот. Ребята, такого вообще я ни в одной игре не видел. Серьезно, мне очень нравится. Просто неожиданно. Вот прям неожиданно. Ну, я, кстати, был в восторге от Спайдермена, и я подозревал, что игруха мне может понравиться. Но, опять же, если о Спайдермене только положительные были отзывы, то тут как-то прям все ругали. А на самом деле играется прям ярко. Доступно высокоуровневое снаряжение. Давайте посмотрим. Итак. Камала. Что тут у нас? Ну, во-первых, конечно, одежка. Я вот вообще, конечно, не этот. Не переодевальщик, на самом деле. Посмотреть, конечно, можно. Я так понимаю, с учетом того, что многие будут... Ну, тут мультиплеер есть, и многие игроки захотят уникализировать своего персонажа. Конечно, это не лишнее. То есть, ну, для сюжетки, мне кажется, может выглядеть в обычной своей одежде этого достаточно. Так, ну давайте вернемся к навыкам, где их тут нужно... Точнее, не навыки, а снаряжение. Вот здесь вот тут что-то можно улучшить. За Халка, выбирая вот эти вот снаряжения, не разобрался до конца. 22 урон, ближний бой. Ну, не разобрался до конца, как оно работает. Ну, кстати, очень похожи вот эти вот квадратики. Даже их квадратиками, наверное, неверно будет назвать. Ну, в общем, где находятся наши предметы, да? Они очень похожи прям на Destiny 1 в 1. Или я давно играл в Destiny. Ну, давайте, защита. Я хочу одеть вот эту штуку. В экипировку. Что значит в экипировку? Наверное, нужно просто экипировать лучше. А, друзья, я L2 в прошлый раз задержал и автоматически экипировал лучше. Вот это как тут работает. То есть, тут либо ты сам выбираешь, либо с задержанием кнопки L2 ты выбираешь лучший предмет. Ну, вот, пожалуйста. Тут... можно вот так сделать и не париться, но мне хотелось бы хотя бы увидеть, что было. Угу. Если я одену этот предмет, 19 минус ближний бой процентов, дальний бой минус 1% и супер приемы. Ну, как бы становится понятно, что действительно это лучшее из того, что у нас было. Окей. Дальше мы продолжаем по той же схеме отрывать. А, это не отрывай, а на рычаг поднимай. Я думал, она пыталась оторвать эту панель. От непонятной панели. Панель, это непонятная панель. Ну, вы поняли про панели, да? Я вам рассказывал про панели. Я вам рассказывал, что такое безумие. Или как там правильно? Я рассказывал вам о сути безумия. Так вот, это панели в этой игре. Ух ты! Ай! Улетел. Она не прыгает просто как Халк сверху ударом. Я пытался, ну вы поняли, подпрыгнуть в воздух и треугольник упасть сверху. Это мощная атака. А она подпрыгивает, она бьет как футбольный мяч в голову противника. Ну и тут, соответственно, надо находиться близко к противнику, чтобы это сработал этот удар. Ну
мощные удары особо эффектно выглядят. Вот это вот кулаками сверху, когда она добивает. Ребят. Да, вход открыт, а интернет отсоединен. Так, открылась наконец-то эта дверь, куда я хотел с самого начала попасть. Какой-нибудь кучи зачетного шмота мстителей. Давай, Камала, ищи любые зацепки. Так, пока она не проговорит реплику, нельзя взаимодействовать. Может, это тайный рычаг? Отражение есть в стекле, корявое, но отражение. Вот это вот они молодцы. Вспоминаю просто Square Enix. Я вспоминаю вашу финалку, значит, седьмую ремейк. Она потрясная, но с отражениями там явно, конечно, баян. Там просто и не то, что нет отражений, там нет такого, таких вещей, как стекло. Зачем можешь позволить себе золото? Нельзя отвлекаться. Или зеркало. Почему вы так делаете? Там он какой-то секрет, да, шкаф? Блин, мне хочется сначала исследовать, а потом дальше пойти по сюжету. А тут... А, не, нормально. Я нашел какой-то ящичек. Это секретик. Фрагменты, модуль улучшений. Уру материал. Вот, кстати, насчет улучшений. Мне понравилось снаряжение L2, когда ты зажимаешь, и все. Я только что, знаете, что улучшил? Вот этот знак... Да идите вон со своим интернетом. Знак, короче, супер снаряжение. Какой-то знак. Обычный. Он обычный, но, тем не менее, ближний бой у нас плюс 9. Как бы. Ну, то есть, зажал L2, даже можно там не сравнивать предметы. Конечно, это тем, кто не любит просто копошиться в инвентаре в своем. Вот. В противном же случае... Можно каждый предмет отдельно рассмотреть. Я тут могу протиснуться. Ха-ха. Ну, это, конечно, не дело так. А приседать могут они? Она ж вроде бы гибкая девчонка. Чё она головой-то трётся об эту фигню? Как-то недоработана. Совсем. Браслеты, искусный бонус снаряжения. Вот теперь я буду... Есть еще браслеты, я себе добавил. Они появляются на персонаже, кстати. Или нет? По-моему, появляются, да. А назад? Ха-ха, назад она... О, нет, перебралась. Ну так, нехотя. Паутинка. Драться она тут не дерется. Понятно, это чисто зона исследования. Здесь у нас немножко поменялось управление. Она сама перепрыгивает препятствия. Вот. Ну, это, в принципе, правильно как бы сделано. Это куда можно двигать? Стой. И зачем? О, я нашел гитару. Знаю, что сейчас не время, но я прямо с ума сойду. Тони от Пеппер. Гитара Тони Старка. Ха-ха, прикольно, прикольно. Да, можно, кстати, бегать быстрее. Вот это я сразу не просек. Чё-то у них лаборатория в жестком запущении. Комиксы, фрагменты и узы заряд безупречности. Не прокатила история с L2. Каждый раз, конечно, делай так, когда ты находишь предмет. Это не вариант, но мы ж тестим все это. Комикс найден. Вот что комикс? Как его просмотреть? Жалко, не появляется кнопка типа «Просмотреть комикс». Там на тачпаде, например, проведите пальцем вверх. Где вообще искать эту историю, которую я только что нашел? Да ну отпустите меня, Гималаи. Наверное, в коллекциях. Вот здесь. О, вот это уже круто. Ну, комиксы, друзья, кто не любит комиксы? Про Халка. Бонус за набор активен. 0,5% сопротивления временным эффектам. Что дает нам вообще комиксы? А ну-ка, набор Халк. Выполнено 16%. Собрано комиксов 1 из 6. Невероятный Халк 1962 года. Номер 105 комикс. Дата публикации 68 год, 1 июля.
Автор Билл Эверетт и Рой Томас, художник Мари Северин, Джордж Таска, дизайн обложки Мари Северин и Фрэнк Джакоя, редактор Стэнли. Как естественно, коллекция первый ряд, найдены выпуски 1 из 5, собирайте дубликаты выпусков, чтобы получать бонус к характеристике 0.5 сопротивления. Понятно. Я вообще думал на самом деле, что нам дадут либо почитать, либо полистать этот хотя бы журнал, тут, ну то есть комикс. Вот. А здесь, кстати, найдено даже два комикса. Набор поколения выполнен на 40%. Собрано комиксов 2 из 5. Поколение Соколиный глаз и Соколиный глаз. Чего? Окей. 2017 год. Комикс номер 1. Выход 30 августа 2017 года. Значит, автор Келли Томпсон, художник Стефана Рафаэлло Диги Коре, дизайн обложки Грег Смолвуд и редактор Чарльз Бичем Исана Аманат. Конечно, Чарльз Бичем, передаем ему привет, спасибо тебе за редакцию. Так, как второй посмотреть? Ну, еще один комикс, тоже 30 августа. Соколиный глаз и Соколиный глаз, другой типа вариант, как я понимаю, или что? Или что они хотят мне этим сказать. Ну окей, с комиксами мы тоже вроде как разобрались. Просто это собираем коллекцию. Это у нас сборы. Сборы. Так, продолжаем. Картинка невероятно выглядит. Вот не знаю, кто ее ругал. Вот посмотрите, эти проводочки, которые двигаются в этом... ну не туман это дымка какая-то, да? То есть, или просто дым действительно с вот этих разломанных... каких-то, то ли это сервера, то ли какие-то моторы. И освещение. Ну и, конечно, наша симпатюлька Камала. Так, куда нам? Куда нам дальше бежать? Что это там? Что это там? А еще, конечно, друзья, невероятно то, что она полностью на русском языке. Серьезно, полностью на русском языке. Это они молодцы. Я люблю такое. Я люблю, чтобы был выбор. Допустим, субтитры, или да, там плюс английский язык, или там, допустим, английский сабы, русский язык, или наоборот, ну и все так далее, или там японский язык и русские сабы. Камала разочарованно выдыхает. То есть субтитры, когда включил, прям как это. А вот она, Джарвис, похоже. На жестком диске, на обычном, на старом. Джарвис. Найти Халка и валить отсюда. Найти Халка и валить отсюда. Что у тебя там, букашка? О, блин. А ну-ка, отдай. Вдруг это мерзость мне. Нежданно. Ну, это очень круто. Для фанатов комиксов она вообще прасна. Просто. Все по канону. Вот тебе и Халк. Добро пожаловать обратно в мир живых. Выглядишь так себе. Блин, это отсутствие с интернетом. Найди девчонку и не путаться у меня под ногами. Ах ты паразит. Что-то ну, с тобой не так. Что ты изменилась? А он здоровый. Бэннер и его чувство вины. Да тихо. Зафиксируйся на цели. На тебе, паразит. Получай камнем в лоб. Надо уклоняться, когда красным атака загорается. Пока я этот момент никак не запомнил.
Отвали! Дайте там потапать кнопку, я хочу. Халк, конечно, поменьше, чем мерзость. Слишком милое слово для такого чучела. Я нашла схему архива. Теперь я смогу вас отыскать. Скорее бы она к нам присоединилась. Да. Чувствуешь, какая сила здесь сосредоточена? Здесь я родился заново. Сейчас ты родишься тут заново. Лежать. Ха-ха. Блин, ну вот это бой уже получше. Да, давай же в сторонку ты. Блин, что такое? Я отключил прицеливание. Я отключил интернет. Это сфера энергии называется. Заткни рот. Перевод, правда, Халк, заткнись. Вообще-то, ну они сэкономили тут на буквах просто. Зачем-то. Халк испускает протяженный рык. Мне нравятся эти комменты. И вот, кстати, обратили внимание, резко как-то прервалась звуковая дорожка, этот шум, музыка, то есть почему-то его тут вообще все подлагивало. Мертво. Оно мертво. Эй, а где это мы? Да, говорю с собой. Раскройте тайну. Объект 705. По данным наших ученых, мы добились успеха в воссоздании газа Терригена. Что? Стойте! Спокойно. Через минуту все будет кончено. Что это значит? За что с ним так? Нет, нет. Нет, не надо. Где я? Многообещающе. Объект 5 легко перенес обработку и будет под наблюдением в течение суток. Поздравляю. Вы здоровы. Не может быть. Надо уходить. Здесь опасно. Пустяки. Ну вот, ты, конечно, можешь сделать комнату немного уютней. Спасибо. Ты что, обычно ты не такая тихая? Я пустяки. Ладно. Так, ну, в общем, да. А если правда? Что, прости? Лекарство. А если я правда смогу
То есть, если это правда, вдруг я снова стану нормальной? Знаешь, это так не работает. Но вы же... Я говорю, может быть, действительно что-то с интернетом, забыл включить звук. Знаете, сеть. Ну, подключить к интернету. Все работает как. Как так-то? Все работает как часы. Вот, например, если мы сюда зайдем, вот так посмотрим, то Ghost of Tsushima вскрыт на платину, понимаете? Вот это вот, вот так это работает. А тут у нас интернета нет. Кажется, это очень больно. Но вдруг стоит того? Камал. Я всегда была не к месту. Теперь я уверен просто на 100%, что у нас... Обожала супергероев и думала, что... Это глюк Бетки. Если смогу выиграть конкурс на лучший фанфик, то все будет совсем... Неважно. Ну а теперь... Я же урод. Эй. Ты вовсе не... То, что ты сделала... Эй. Это был очень храбрый поступок. Глупый, но очень храбрый. И мало бы вообще кто на такое отважился. Важно не быть хорошим. Что? А, ничего, спасибо. Комната супер. Ну, то вот. Есть, будет супер, ладно. Не как сейчас. Да. Здесь. Норм. Спасибо. Ладно. Я пойду, у меня дела. Да. Конечно. Молодец, Камала. Всегда так делай. Зато у меня есть собственная каюта на Химере. И все это не сон. Собственная каюта на Химере. И графоний. Я вам серьезно говорю, это графоний. И это соединение с интернетом. Так, это что удерживает? Что это такое? Тут, правда, тот еще бардак. Видимо, комнату ткани, двигающиеся ткани, но... Да, это чисто скрипт, но тем не менее, она дотронулась, прикольно. Молодцы ребята из этих команд, которые создавали, так удерживать, что тут... Какой, наверное, эту игруху. Отсюда открывается в полете. Они... Может, мистер Старк ее починит? Они как бы видно, что старались. То есть все тут прям как надо. Четыре команды, конечно, не могли сделать плохо, я думаю. Так, это что такое? Что на экране? Музыка нормальная, но на экране что за фигня была? Так-то лучше. А, я понял. А ей нравится такая более спокойная композиция. Интересно, это чё? Интересно, кто тут раньше жил? Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, вырубайся сейчас. Раз двери теперь работают. Нужно... Забудет, что видел. Тема будет, блин, мне надо выбегать отсюда. То будет мне за нее копирайт. Обалденная графика. Обалденная ткань. Ткань двигается. Тут прыгать нельзя. Я хотел подпрыгнуть, головой зацепить эту пеленку. Или вот эту сетку. Чтобы чекнуть физику ткани и взаимодействие с персонажем. Мне нравится лаборатория эта. Серьезно, только положительно. Я рекомендую, блин, игру. Она играется
тут это такой фан только что был. Я давно уже не получал такого удовольствия. Ну вот, допустим, Цушима, мне понравилась игра, но она там все-таки нужна вот эти вот отточенные удары, знаете, все. А тут ты бегаешь раз-два, налево-направо раздал, все как бы четенько. А вот, допустим, The Last of Us 2 реально сплошной был негатив. Ждал так долго игру, потом начал играть, и потом такой, блин, что вы наделали тут? Куда, сюда или вниз спуститься сначала? Блин, она ж не прыгает, хотел быстрым путем. Тут можно, кстати, с настройками камеры пошаманить. Получается, камера сама очень резко возвращается назад по направлению в ту сторону, куда ты идешь. То есть нет, вот так, ну, знаете, тяжело. Допустим, идешь вот так и камеру там повернул, например, что вот такого плана. Хотя вот так, на удивление, она назад не развернулась. Ага, вот он и Бэннер. Сейчас мы к нему добежим, но чуть попозже. Ткань. А, тут невидимые стены. Я не могу зайти под эти леса. Жалко. Тут у нас невидимые стены, но без них, как говорится, никуда. Так, а это что такое? Надеюсь, этот аппарат поможет нам узнать о моих способностях. Аппарат поможет узнать о ее способностях. Красота. Красота. Ой, я нашел еще там жилет. Разряд ловкости. А ну-ка. Молния там покруче. Что-то улучшили, и слава богу. Вообще-то, на самом деле, я даже не знаю, стоит ли вот заморачиваться по этим улучшениям. Меня, конечно, больше интересует все-таки больше, ну, сюжетка, чем тут вот эта вот история с рейд-боссами. Но возможность играть в игру дольше, чем только прошел сюжетку и, ну, как бы и конец, это, наверное, неплохо. Просто надо посмотреть, что она собой представляет. Все-таки вот эта мультиплеерная сторона, я пока что не могу понять, в бете она есть или у нас только сюжетные эпизоды. Что это за фигня? Узы гамма ускоритель, снаряжение 5 звезд. Вот это вот стекло, как они прикольно сделали. То есть такое, оно прям чуть-чуть заляпанное, прям старое. И пройти туда к Бэннеру можно разными вариантами. Что у нас со снаряжением? Могу улучшить. Давайте его так сначала сравним. Ну, есть что-то лучше. Только что хотят мне поставить. 12 мощь. В общем, узы гамма-ускоритель необычный. Плюс 13 к мощи. Ладно, выбрали, все, помчали. Хочется просто мне на самом деле разобраться, но и в то же время не очень хочется долго на этом зацикливаться в данный момент времени. Просто, ну, скорее всего, это надо будет за кадром как-то осмотреть эти все моменты, что оно там, прокачка, твитерок, тряпочка это опять на ветру. Дальность прорисовки симпатичная тут. Ну, как бы все шикарно. Какой-то золотой я нашел ящик. Куда же без них? Браслеты и щитки Пима. Тоже какие-то классные.
еще пару улучшений. Но она, кстати, визуально вот эти вот не поменялись. То есть это нужно, наверное, во внешний вид заходить и здесь, вот именно здесь, то есть что-то покупать для того, чтобы она стала выглядеть по-другому. А вот эти вот предметы, которые просто улучшают мощь, повышают мощь, они визуально никак на персонаже не отображаются. Как же бесит подключение к интернету. Эй, Брюс, простите за... Не волнуйся, я все. Есть успехи с... Ну, вы знаете, с кем. Ты вовремя. Как раз собирался взглянуть. А можешь мне помочь? Нажми на ту кнопку. Конечно, давай. Ну, была не была. День, нажми на ту кнопку, она там написала текста 50 тысяч символов только что. Это же компьютерный друг Тони Старка. О, просто крайне развитый искусственный интеллект. Рад познакомиться, мисс... Хан, но ты можешь звать меня Камала. Очень приятно, Камала. What's going on? Действительно, what's going on? Почему она вдруг заговорила на английском? Видимо, я задел датчики сигнализации в лаборатории. Надо их отключить. Я этим займусь. Блин, кто бы занялся подключением к интернету? Активируйте компьютерный терминал в научной лаборатории. О, щит. Капитана Америки. Кстати, маркер не показал, куда нам идти. То есть там было написано, и я должен был запомнить. А я, как обычно, как и в прошлый раз, прозевал этот момент. А что это? Что за управление? Нам приловчиться просто к этому. Вот, наши цели. Наши цели. Активируйте Джарвиса, типа, так. Теперь, когда Джарвис снова в Химере, Камала и Брюс надеются, что он поможет им отыскать Тони Старка. Ага, я могу отслеживать эту экспедицию. Но маркер я так и не увидел. Все равно. Я прослушал просто, что они говорили делать. Говорит, ты мне должна помочь туда-сюда, куда помочь? Где там рычаг потянуть? Что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной консоли. Наверное, вот это вот она. Упс. Fatal error. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. И как мне до них достать? Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Один есть. Не так уж и сложно. Знаете, в одном из моих рассказов Железному Человеку пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть Черную Вдову. Да, неплохо. Не думала, что настоящие мстители так делают. То есть, я не настоящий мститель. На первом этаже, по-моему. Все, мы нашли. Давайте поднимемся на второй. Блин, этот интернет, серьезно, он начинает немножко подкашивать. Просто если бы была понятна причина этого сообщения. Все, получилось. Теперь возвращайся. Доступны карточки героев. Доступны
карточки испытаний героев, выполняйте испытания героев, чтобы зарабатывать очки испытаний и открывать на карточках испытаний функциональные награды и предметы внешнего вида. Чтобы открыть меню персонажа, нажмите тачпад, а затем перейдите на вкладку карточки героев. Ну, это мы тут уже, по-моему, были, да? Карточки героев или что это? А, нет, вот карточки испытаний. Вот это вот, наверное. Так, что-то у нас тут много всего бесплатного. Купить по пропуски уровня. Холд удерживать. А за какие это бабки? Тут, короче, у нас какой-то сезонный, как я понял, абонемент есть тоже. Похоже. Давайте купим. Купили и... Что я могу делать с этими карточками? Я могу ее переодеть. Понятно. 12 уровень, 15. Тут у нас, друзья, сезонный какой-то абонемент. И у него 40 уровней. Получается, у нас можно... Ну, у нас есть, получается, сколько тут? 40 уровней. Такой сезон, как бы, пропуск. Соответственно, покупается это за очки. Вот синий потратили мы, которые 3000 дали. Я как понял, можно переодеть. Но я такое, на самом деле, в сюжетной игре не очень люблю. Допустим, в игре, когда ты начинаешь испытания выполнять, да, это можно сделать. Вот это, кстати, ничего, костюм на самом деле. Вот она так красная, мне просто нравится цвет. А что еще тут? Что еще можно? Можно посмотреть вот этот. Ну, то есть, как говорится, на любой вкус и цвет. Давайте... Нет, не хочу передать. Доступно высоко... Нет, 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 да, нет. Что за... Что с... Почему столько выбора? А, значит, давайте ее все-таки переоденем сейчас вот в этот... костюм, как это сделать, посмотреть, а подтвердить выбор. Ладно, немножко, кстати, меню подлагивает, то есть ты нажимаешь, допустим, переключиться между, а вот здесь, скорее всего, внешний вид. Вот сейчас она выглядит так, а мы можем ее переодеть, правильно? Да, сразу. Получается, нажимаешь L1, R1, переходишь между вкладками, и такая пауза солидная, она прям чувствуется. Может, конечно, это уберут, поправят. Но я немного сомневаюсь. Так, здесь жилет у нас еще. Мы улучшили. Ну, давайте вот в красном. Это красно-черный такой прикид. Возвращаемся к Брюсу. Если что, к Брюсу не Уэйну. Потому что это у нас игра не про то. Камала. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Джарвис? Поиск начат. Момент. Что-то... Что-то не так, доктор Беннер. Фигово. Боже, мое нейронное подключение повредилось во время аварии Химеры. Это особая технология щита. Без нее у меня нет доступа к глобальной базе данных. Щита? Ну, давай позвоним Марии. Мария Хилл? Она сейчас возглавляет щит? Вроде того. Никто не знает, что с директором Фьюри. Как по мне, так только Хилл можно доверять. Брюс, рада тебя видеть. Я встречалась с Халком и не думала, что увижу тебя снова. Да. Прости за тот случай. Халку тогда было непросто. Я встречалась с Халком Хоганом. В тот день у всех нас рухнула жизнь. Рада, что Мстители снова в строю. Ну, не совсем. Привет, Камала Хан. Пока нас только двое, но мы пытаемся найти мистера Старка. Так, Мария, нам нужно нейронное подключение. У вас наверняка есть. Все наши средства захвачены АИМ, а агенты в бегах. Но, кажется, я знаю, где можно поискать. Отправляю вам координаты на штабной стол. По пути расскажу подробнее. Запускать двигатели Квинджета, сэр.
Какого Квинджета? Так, двигатели Квинджета. Интересно, с помощью штабного стола выберите задание «Пропавшие звенья» в регионе «Снежная тундра». Ребята, мы сейчас отправляемся, похоже, в снега. В заснеженные какие-то локации. Так, только интернет у нас тут опять морочит нам голову. Как это работает, покажите мне. Чтобы направить Квинджет к следующей цели, подойдите к штабному столу. Координаты, которые нам предоставила командир Хилл, указывают на объект в далекой тундре. Я поставил отметку на карте штабного стола. Задания, которые особо важны в деле против Аим, я пометил знаком Мстителей. Счел, что это будет уместно. Ага, вот появился маркер не посредине, но появился он посредине, но теперь понятно, что этим, в общем-то, курсором можно выбрать задание. Снега и льды, покрывающие территорию этой бывшей Советской Республики, скрывают множество тайн, в том числе следы когда-то действовавшей здесь агентуры щита. Так, задание Мстителей, да, но есть еще и как бы, это, наверное, основное, а будут еще какие-то дополнительные, как доп. Задания. И способностями. Рекомендую внимательно ознакомиться с модификаторами заданий и после выбрать соответствующую тактику. По нашим данным, в этом регионе солдаты АИМ используют криовооружение. Советую вам выбрать морозостойкую экипировку, чтобы повысить шансы на успешное выполнение задания. Ага, понятно. Удерживайте R2 на иконке задания, чтобы посмотреть его модификаторы. Метель давления. Выберите сложность, модификаторы заданий, так, перестать отслеживать. Насчет модификаторов я не совсем понял, где мне это нужно, наверное, в снаряжение заходить и тут что-то менять автоматически, тут нам не выберет. Ладно, давайте не будем пока заморачиваться с этим, давайте просто выполним задание. Выбрать, подключение отсутствует, чего? Подключение отсутствует, но к заданию мы подключимся, да? Это обычная история в бета-версии. Конечно, нет. Я видел его с окна, что за чушь? Думаю, вы просто хотели прокатиться за рулем. Нет. За штурвалом, может, но если вы настаиваете за рулем, ладно. Так, доступен новый герой. В список доступных героев добавлен Халк. Это что значит? Список героев. Список героев показывает всех доступных для выбора персонажей. Используйте меню в терминалах или где. Угу. Тут идет подбор игроков. Выбрать спутников. То есть я могу выбрать Халка, и я не совсем понял, что происходит. Или я выбираю, за кого играть. Ага, тут можно пригласить игрока. Пригласить друзей. Выбрать спутников. Пока непонятно мне до конца, как работает эта схема. Это что у нас такое? Это, понятно, удары, которые нам доступны. Понятно. Когда мы выбираем персонажа, здесь меняются, соответственно, их способности, которые нам доступны. Так, начать задание, выбор героя, включить подбор игроков в квадрат, это нам не надо, шкафчик для снаряжения. Ну, давайте начать задание. Тут вот пошел уже, видите, такой более мультиплеерный момент, то есть тут нам нужны... Ага, тут у нас пошел английский язык, что-то забыли перевести. Сложность нормальный. Я как понимаю, у нас будет спутник с интернета, или я буду играть за обоих просто одновременно игроков? Путешествие в пункт назначения. Мы типа летим на Квинджете, но на самом деле подгружается. Сейчас локация. Шкафчик для снаряжения. Здесь мы можем, похоже, переодеть, что ли? Нет, наверное, тут должно быть снаряжение, но его, видимо, на текущий момент у меня просто нет для выбора. У меня помехи. Что-то внизу блокирует датчик. Надо выяснить, что. Сделаю. А, чё с картинкой стало?
присматривай к ним, Камала. А пока наш бункер, но... Тут какой-то активный модификатор. Метель добавляет ледяные опасные зоны. Увеличивает урон холодом для игроков из всех источников давления. Отключает автоматическую перезарядку запаса воли при получении критического ранения. Ну, если это типа как не сюжетная миссия, так, чтобы задействовать тактическое чутье, нажмите вверх. Нет связи. Видимо, теперь мы сами по себе. Ничего страшного. Я приведу вас к их генераторам помех. Смотрите, это десант АИМ. Смотрите, нет следов на снегу. Почему? Ну и тут как бы выглядит все неплохо. Так, Халк, ты крадешься там со мной? Блин, конечно, ее вот эта способность, это прикол. Эти прыжки нереальные. А здесь вообще-то красиво. Да, здесь красиво, поэтому я... Если вы закончили любоваться пейзажем. Да, да, прости, помню о цели. Медленно двигаюсь вперед. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Что за БТРчик? Никто там на нас нападать не будет. Я не могу войти в их систему с такого расстояния. Все-все, Джарвис, двигаю к цели. Слушайте, ну и тут неплохо. И тут тоже мне все нравится. Ой. Они взрываются, когда ты даже просто до них дотрагиваешься. Эти коробки. Так, отсутствие интернета. А вот вам двери. Нужно устранить источник помех, чтобы выяснить местоположение бункера. Прошу прощения. Продолжайте. Джарвис прикольно рассказывает. Так, удержим. Это коробку мы тут нашли. А если с такой высоты шарахнуться, будет все окей? Хм, прикол. Все окей. Ну то, что коробки просто разлетаются от того, что ты к ним дотрагиваешься, это как-то... Ну, сомнительно. Как сомнительная какая-то история. Халк, ты там успеваешь за мной? Где он вообще? А он там внизу карабкается. Тут все ломается, до чего они не дотрагиваются. Я понял, чем мстители не любят. Вот перила разломал. Серьезно, зачем просто они так это сделали? Это нечто. Конечно. Ой, ой, ткани, я ж не могу пройти мимо. Понятно. Ткани у нас красивые, но с ними, короче, физики у них нет. В общем, и взаимодействие с персонажем тоже никакое. Склады. Склады — это укрепленные объекты, расположенные в зонах боевых действий. Хотя при проникнуть на склад может быть непросто, внутри вас могут ждать ценное снаряжение, материалы и коллекционные предметы. Вот так. А, надо удерживать, забываю постоянно. Интересно, что внутри того здания?
Если вам интересно, где-то должен быть внешний механизм, открывающий эти двери. Точно! Какой-нибудь переключатель. Халк, хочешь осмотреться? Халк. Я справлюсь. Может, Халк откроет эту дверь нам? Это не переключатель? Впереди Аим. Так думаешь, проскользнем? Халк что-то... Не будем. Что-то там уже кричит. Может быть, наверх этого здания как-то попал. А, он уже наверху ядрить, колотить. Помощь от Джарвиса там у нас есть. Чш. Угу. Вот у нас тут какая штука. Кнопочки. Давай посмотрим, что внутри. Ага, блин, ну она, да, я не сразу не понял, что эти можно разломать, ящики, мне понравилось, как она их просто уничтожила, видимо, своим взглядом. Так, ну вперед, а им 240 метров, сейчас будет крутенская разборка. Халк, да что ты не цепляешься, там же ж крестик написано. Рядом расположен ящик с оборудованием. Стоп. Я, кстати, по запарке чуть R2 не нажал, чтобы открывать ящик. Это просто осталось с Ghost of Tsushima. Там все действия на R2 назначены. Какая огромная спутниковая антенна. Так, что происходит? Заставка или мне отключили свет? Плохие парни. Мисс Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности АИМ. Помогите мне попасть к этому узлу, чтобы устранить блокировку. Так, Халк, нужно попасть к этому узлу. Поможем Джарвису. Ой, блин, далеко я куда-то улетел. Ха-ха-ха! Вот это супер у нее приемчик. Она стала здоровой. Эти пецальные просто пи... А гляньте, она там прыгает. Прикол. Так, получи леща. А, нам нужно удерживать эту точку. Я сразу не допер вообще эту историю. Я думаю, почему у АИМ набегает по шкала. Шумы. Постарайтесь не отходить от узла системы безопасности слишком далеко. Да, мы должны удерживать эту точку. Подерись с рукой. Поговори с рукой. Халк там красавчик. Разбирайся с ними. Блин, он здоровая какая-то фигень сюда идет. Мы и так проигрываем. Ну как оно, Джарвис? В процессе. Будьте добры, не подпускайте бойцов по линку. Он успел удрать от моего приема.
Блин, не подпускайте. 87 мы явно проигрываем. Не подпускайте. Я сразу не просек эту штуку. Только не заморозка. Пойди вон. Блин, ну мы ж удерживаем. Я тут сам на точке. Нам надо больше игроков. Я как понял, тут... Ай, про поражение. Я как понял, тут можно четвером играть в этом задании, то есть по сети. Потому что там было 4 слота. Так, конечно, будет легче. Еще мне не совсем понятна история насчет того, что они сказали, что Капитан Америка погиб. Неужели он погиб? Или все-таки мы его найдем немного позже? Да, тут одни выглядят крутенские персонажи. Там даже вена у него на плече напрягалась на этой, на ключице. Берегитесь, здесь плохие парни. Повторим мы тут эту историю. Сейчас с захватом. Только на этот раз, блин, только на этот раз, я думаю, нам надо победить. И это Мститель? Мисс Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности АИД. Помогите мне попасть к этому узлу, чтобы устранить блокировку. Так, Хан, нужно попасть к этому узлу. Поможем Джарвису. Получай, АИД! Они ползают, я думаю, что они еще живые. Пытаюсь их добить, но тут же это не работает, история. Мы же тут... Хорошие ребята, только вырубаем. Я не обижаю маленьких, она сказала. Блин, по-моему, она обижает все-таки их. Ой, блин, кто там набирает так быстро? Да куда же ты? Я ж стоял тут в центре. Как они обогнали, если я здесь нахожусь постоянно? Шумы. Постарайтесь не отходить от узла системы безопасности слишком далеко. Будьте добры, не подпускайте бойцов АИМ. Да я никого не подпускаю. Пошли вон. Пошел вон. Ну тут, знаете, мне кажется, за Халка было бы лучше играть. Вот удерживать точку. Просто он поздоровей. И тут народится наоборот от него как бы разбегается. Вот. Когда ты пытаешься кого-то выловить. Ну, есть контакт, да? 97, ай, что это, ослепили меня. Этих противников необходимо обезвредить. Мне нравится, как она бьет ногой. Именно. По лицу просто... пяткой. Так, что там? Тут Халк даже по сравнению с нами мальчик, гляньте. Такая непоруха нормально, глянь там. Халк, да ты мелкий. Что ты? Будешь приставать?
Так, детектор сигнала. Используйте детектор сигнала, чтобы обнаруживать скрытые бункеры счета. Чтобы найти искомую цель, внимательно следите за дальномером прибора. Пойдем, а то тут холодно. Ты вообще мерзнешь? Сведения неоднозначны. Не, соединением проблемы, врет. Отыскать этот бункер щита оказалось труднее, чем я думала. А, я думаю, где этот дальномер, теперь стал понятно, в левом углу, вот в этом направлении. Да, вот какая-то фигня. Я вижу зато. Кажется, нашли. Отлично. Будем надеяться, нейронное подключение там. Совсем скоро ты будешь в порядке, Джарвис. Благодарю. Довольно неприятно без мгновенного доступа ко всей информации в известной вселенной. Ха-ха-ха. А, и Джарвис тоже молодец. Чувство юмора у него в порядке. Мне нравится подземная эта лаборатория, такие спустились вниз, как она так открылась, вот это под снегом плита, ну и тут опять соединением проблемы. Каково это? Оказаться без связи? Это как потерять память? Не уверен, какая аналогия будет точнее. Скорее, как если бы от вас закрыли целую библиотеку. О, как когда Ами отключает Wi-Fi. Quite. Ой. Ну вот, вот это помещенница. В закрытых помещенницах, конечно, выглядит покруче. Картинка тут. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Все классно проработано. Так, тут половины, правда, не видно. С освещением они молодцы. Поработали прикольно. Отражение, отражение. Халк, ты отражаешься? В воде. Ну да, тяжело тут сказать, кто там отражается, кто нет. Нейронное подключение где-то рядом. Супер! Что происходит? Обнаружен мститель. Привет, ребята. Вот и свиделись. Ник Фьюри. Вы это слышите? Значит, случилось худшее. Меня нет. И сейчас вы нужны мне как никогда. Я предвидел падение щита и позаботился, чтобы он восстановился. Это протоколы щита. Щит был создан для защиты мира. И в такие времена, когда исчезает надежда, мы не должны падать духом. Я вас очень прошу. Дайте интернет, я вас очень прошу. Протоколы моему заместителю. Вам помогут восстановить щит. Удачи, мстители. У меня все. Это был директор Фьюри. В смысле, директор щита Фьюри. Протоколы, о которых он говорил, должны быть внутри. Ч-
чекнуть немножко обстановку. Ну, тут контейнера. Может, конечно, еще что-нибудь можно найти. Но нет времени у нас. У нас тут обыскивать эти помещения. Вот эти сундуки, другое дело. Комната с лутом. Как положено. Все по канону. Начните загрузку протоколов. Это Аим. Защищайте подключение. Вас выследили. Попытаюсь загрузить протоколы на защищенный сервер. Нужно доставить данные на Химеру. Сможем их сдержать? Победите все цели, наша задача. Халк там что-то застрял. Да, в этом, в этих миссиях лучше играть, конечно, с живыми напарниками. Потому что тут будет по... тактичнее у нас геймплей. Наконец-то вернулся в команду. Камнем добил. А вот и твое подключение. Отлично, Халк. Дашь гам опять? Пора свалить отсюда. Так, задание выполнено. Подключение отсутствует. С этим подключением, конечно, ну это можно было не зачитывать насчет этого. Возвращаемся. Продолжить кампанию. Эта опция позволяет покинуть текущий штурмовой отряд и автоматически загрузить следующую миссию. Понравилось ли вам задание? Ну, вы знаете... Ну, четверка. Ладно, было весело. То есть, не могу сказать. Ну, вообще, может, даже и три. Ну, то есть, ничего как бы сверхнового... сверх какого-то гениального, то есть все работает по старой схеме, но работает исправно. Вот так я скажу. Путешествие к пункту назначения. Куда мы возвращаемся? Здесь нужно немножко подождать. Будут ли еще у нас сюжетные задания? Мне интересно. Ну, мы, наверное, будем заканчивать. 2,5 часа, мне кажется, достаточно на ознакомление. Конечно, я бы поиграл подольше, но... ну, достаточно, можно сделать выводы. Игруха прикольная, сюжетные вообще обалденные миссии. Вот эти вот такие дополнительные, где мы просто как бы удерживали точки, по-своему тоже прикольно, картинка классная. Играть в команде будет интересно. Но переигрывать по 150 раз, конечно, это дело такое. Это, конечно, на любителя, вот. Мне, наверное, будет достаточно и сюжетной кампании. Если вам что-то понадобится, дайте мне знать. Теперь мы будем видеться гораздо чаще.
Жду этого с нетерпением, директор. Так и хочется встать по стойке смирно. Нет, не стоит. Удачи вам обоим. Джарвис, сможешь разыскать нам Тони? Это займет некоторое время, но я должен отыскать мистера Старка. А пока что я нашел кое-что в комнате Вред, что может заинтересовать мисс Хан. Что? В комнате виртуальной реальности для единоборств. Мстители использовали ее для тренировок. Ого, звучит просто супер. Придется чуть-чуть подождать. Только не интернет. Я нашел кое-что в комнате Вред, что может заинтересовать мисс Хан. Однако должен предупредить, что система работает немного нестабильно. Это опасно? Вероятность увечья невелика, всего 0,001%. Ладно. Верю на слово. Наверное. Комната Вред находится на нижнем уровне ангара. Спасибо, Джарвис. Ага, в общем, стала доступна нам комната новая. Так, Брюс пока тут своими делами занимается. Ну, а нам, соответственно, нужно будет исследовать эту комнатуху. Друзья, ну на этом мы закончим. Огромное спасибо всем, кто посмотрел видос. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть возможность поиграть на четверке в бетку Мстителей лично, то я обязательно рекомендую, потому что игруха, ну, играется прикольно. Я не знаю, как она смотрится, но вот по игре прям все окей. Единственное, вот это вылазящее сообщение с интернетом, это не самое лучшее, что тут есть. Вот. Ну, это небольшая проблема, и проблема это бет. Конечно, вот то, что у нас моментами, значит, персонажи разговаривают на русском языке, тоже не очень здорово. Но все остальное, у меня только положительные эмоции. Я думаю, буду записывать эту игру, обязательно прохождение будет на канале. Скорее всего, так как она полностью на русском, будет, думаю, сюжетка, и будет она без комментариев. Там посмотрим. Если отдельные миссии тоже окажутся интересными, тогда по ним будут стримы на Твиче. Скорее всего, заглядывайте туда. Не забывайте про этот канал. Только что доставили к Винджетам на секретную базу щита. И мы видели Ника Фьюри. А теперь я болтаю с Джарвисом и слюни пускаю, как первоклашка. Прости. Не стоит извинений, мисс Хан. Да, на этом мы закончим. Тут много всего еще, я смотрю, интересного. Но 2,5 часа достаточно для бетки, для обзора такого. То есть мы посмотрели все, что можно, как, какие есть миссии, какой геймплей, какой графон. Вот, всем спасибо, всем классных игр, легких прохождений, легких побед, интересных прохождений, наверное, так будет точнее. И увидимся в самое ближайшее время. Всем пока.